Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби. Герои. Взгляд в будущее». Давай посмотрим, что это у нас такое за задание. Благодаря стратегической колоде вспышки на солнце, изобилие споров, на газоне всегда много грибов и клононасов. Но все же остерегайтесь чихающего зомби. Во как, ага, остерегайтесь, говорят. Ну давай посмотрим, что у нас тут. Угу. Так, 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 так. Ну, в принципе, ребят, давай, наверное, вот так оставим. Ход зомби. Блин. Что же. Мы, наверное, вот так с тобой сделаем. Да? Так, чихающий зомби, который уничтожает, естественно, всех, кто один-один. Поэтому, ребята, тут радоваться как брана. И мы с тобой тоже ходить не будем. Будем терпеть. Будем ждать. Урона мы ему не наносим. Это пока... Угу. Выставлять пока не имеет смысла, ребята. А вот этого надо валить. Неужели он собирается на гаргантюахах выходить? Пока мы этого, опять же, ничего не сможем делать. Ни уничтожить, ни нанести урон. А вот теперь, если я вызову, у нас будет все очень окей. Посмотрим, кого он сейчас позовет. Вот, он вызвал, ребята, чахотника. Поэтому... Поэтому надо начинать. Надо начинать, друзья мои. Призывать потихонечку, да? Окей. Ну, естественно, никакого урона мы пока ему не нанесем. Но это пока. Надеюсь, у тебя нету больше этого чахотника. Или все-таки есть? Он может вызвать, ребята, его. Но не стал. Тогда в наших интересах, наверное, сделать... Следующим образом. Это понятное дело, что мы его не пробьем. Но в данный момент у меня другая немножко суть. Поставить больше, конечно же, этих. И вызываем, посмотрим, что у нас из этого получится. Так. И что он будет делать? Надо же. Так, и ставит безумие. Тьфу. Так, этого мы тоже ушатаем. Готов. Все. Клононасы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем ты так? Угу, наносит резницу урона всем зомби здесь и поблизости. Поставим вот так вот. Посмотрим. Ну, мы его вырубим. И остается у него всего 9 хп. Но не забывай, что защита может сработать в любую секунду. Еще один такой же, да? Ставим тогда поляну. Ну и вот так вот. Погнали. Сейчас у него... ах ты, жук. Мы все равно должны пробить его. Нет, не пробили, к сожалению. Но защита у него сработает. Уничтожает. Допустим. Допустим, друзья. Мне бы грибы, грибы нужны. Так, охотника ставит. Поехали. Грибная полянка. Сюда я, наверное, ее воткну. Поехали. Да чтоб тебе ты достал, а? Урон, естественно, не наношу ему.
Ну что, у него сейчас останется 2 хп, насколько я могу понимать. Ну и тут дело за малым. О, все, ребята, ему крышка. Его уже здесь ничего не спасет. Смотри, почему. Я вызываю вот этих вот. И сейчас этот гриб просто начнет расстреливать. Налево и направо. Раз и два. Все. Ну что, друзья мои, победа за нами. Все очень круто. Ну и теперь давай попробуем поиграть уже мы. Так, что-то выиграете 5 многопользовательских игр. Выиграете с зомби-зверским героем. И опять же мега-выросшим каким-то там растением. Выполнено, естественно, выполнено. Ну, а теперь я хочу поиграть. Давай попробуем за гриб. За ночной колпак. Не обещаю, ребят, что будет победа. Тем более против нас 38 ранг. И это... зомбик. Нешуточный, это разгром. Пам-пам-пам, это, наверное, я уберу пока. Да ёк-макры, ладно. Ладно, 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 давай смотреть. Опа-на. Опа-на. Ты глянь, что утворяет, а? Погнали. Ждем. Ждем дальше. Он ничего не поставил. Он, друзья мои, ничего не поставил. Тогда вызываем ягоду. Пропускаем. Блин, защита сработает как-то... как-то не айс. Вот так вот, да, ты делаешь, парень? Окей. Ну что, наверное, бомбанем его или как? Да, бомбанем. Поехали. Так, сейчас у него срабатывает защита. Уже что тут у него будет, я не знаю, ребят. 10 хп. О-о-о-о-о. Откуда-то достал. Откуда-то достал, непонятно откуда. Ну, начнем потихонечку. Так, бамс, бамс. Да кукурузы мне, когда Китай раком, поэтому. Ох ты, ох ты, что он делает? Твою дивизию, что он делает? Ты посмотри, а? Так. Ну, к примеру. Да-да-да, я понимаю, ребята, что сейчас у него срабатывает эта фигня. Мне просто хочется узнать, что у него там. Безумие, скорее всего, безумие, которое пробивает. И тогда он вот либо этот ряд зачищает полностью. Да. Но почему он не стал сюда ставить, пока мне непонятно. Возможно, хитрый план у него какой-то есть. Так, а того получается сколько? А, он еще восстанавливает здоровье себе. У него вот что есть, да? На этом хочет выиграть. Ну ладно, погнали. Так, мы ему наносим вот так вот. Скорее всего, у него сейчас здесь еще будет один, ребята. Защитник. Скорее всего. Поэтому мы можем с тобой поставить ландшафт. Вот этот. Ну, видишь, да, что он делает? Ставим с тобой тогда вот этот ландшафт. Вот таким вот образом, да? И сделаем с тобой вот так вот. Угу.
Так, пошел у нас небольшой доборчик. И сделаем вот так. Ну, в принципе, ребят, неплохо. У нас есть с тобой гриб этот, и на следующем ходу, в принципе, можем довольно неплохо побуянить. Так, 4, да? 4 здоровья. Все. Друзья, по-моему, ему крышка, и даже не поможет этот доктор. Как это делается? Это делается вот так, ребята. Раз. И... Два-с. Ха-ха. Что, медика будем убирать? Да, наверное, мы уберем с тобой. Или как нам лучше сделать? Медика, да, уберем с тобой. Угу. Подожди, а, мы ему пробили в блок. У него нету, ребята, ничего, возможности ничего поставить. Ах, вот у него. Вот у него что было, понял. Понял, не дурак, ребята, погнали. Все-таки он хочет медика, да, своего реализовать. Все-таки он хочет своего медика реализовать. Но я думаю, что не получится. Выставляем гриб. Не-не-не, это бесполезно, парень. Это бесполезно, уж поверь мне. Так, можно даже вот так вот сделать. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Все, разгром получил свое, ребят. Опять же повезло. Опять же, ребята, нам повезло. Ну что, давай еще разочек, наверное, сыграем. Так, одну игру мы с тобой выиграли, да? О, за 5 игр мы получаем с тобой 100 гемов. Слушай-ка, это круто. Это круто. И тут нам, ох ты. Вот с ним-то сложновато. Знаешь почему? Потому что у него, ребята, есть такие удары переместить. Так, этого мы, наверное, уберем. Переместить и атаковать. Ну, ты понял, да, к чему я клаю? Ой-ой-ой. То есть он может перемещать зомби и атаковать одновременно. Так что радоваться здесь на самом деле нечему. Плюс наверняка ландшафты. Такие как? Сейчас посмотрим. Ага, берет дополнительную энергию. Это уже должно настораживать. Это уже должно настораживать, ребята. Тун-тун-тун. Ну что, давай попробуем, наверное, выставить гриб. Заодно проверим. Заодно проверим, так сказать, его. Опа, он ландшафтик, ребята. Вот это, кстати, хорошо. Ландшафтик-то мы ему как раз и поменяем же, да? Да, поменяем ему ландшафт. Единственное, что он, конечно, энергию тут будет сейчас забирать. Так, а как бы мне тут сделать-то лучше? А, вот так вот сделаем. Сделаем с тобой так. Пу-пу-пум. Ну давай, хорошо, фиксим. Вот таким еще образом. 5 энергии, не забывай о нем. Он может в любую секунду убрать. Видишь, что он делает? Шаман со двух способностей. И сейчас за одну единичку, если он найдет что-нибудь такое подходящее, будет очень плохо. За нулевку вообще берет. Что там у него еще? А, рикошет. Ну, и кого? Гриб? Ага, вот так он сделал. Так, ну что, тогда нам проще будет, ребят. Сейчас выставляем этого и начинаем тут потихонечку делать доборы. Да? Да. Берет сундук. Делает гаргантюа. Ну, типа вызывать собирается, да?
Окей, погнали. Сделаем так. Бомбим. Конечно же, будем с тобой делать. Так, подожди. Тю-тю-тю-тю. Да зачем нам это надо? Вот так сделаем. Поехали. Воу-воу-воу-воу. Так. Да ладно. Вот чихонец, а. Он делает кровожадность. Он сделал кровожадность. Ладно, друзья мои, двигаемся дальше. Так, это вот это зачем мне? Ох ты, ох ты, ох ты. Смотри, что он тут вытворяет. Угу. Так, вот эту вот фигню отсюда берем. Ну и что, 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 что? Так вот сделаем. Поехали. Че он там размещает зомби-астронавта? Окей. Так. 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 Угу. Блин, не хотелось бы... Ой-ой-ой. Это, конечно, плохо. Это, конечно, друзья мои, плохо, что вот такая вот штука ему выпадает. Совсем как бы для меня не очень хорошо. Совсем, ребят, нехорошо. Да хорош ты. Чё там бонусную атаку делает? Куда же он его перемещает-то? Ну, допустим. Поехали. Все, ребят, сдался. Ну, он понял, что это труба дело. Тут действительно труба дело, потому что у него 2 хп, мы ему в любом случае вот с этой линии пропишем. А мы-то выживем. Тут защита, ну как бы он пробьет, поэтому. Тут не пробьет. В общем, мы переходим с тобой, наверное, в следующий. Да? На 27 ранг. Нормально. Так, итого мы с тобой сыграли уже 2, да? Многопользовательских игр. Ну что, давай еще разочек тогда. А потом я пойду, наверное, играть за наш ржавый разряд. Хотя многие просят поиграть за других ребят. Я уже объяснял в предыдущих сериях, что нет у меня подходящих колод. Я из-за гриппа здесь играю, честно говоря, на честном слове. Просто пока везет. Берем вот это вот. Оу. Слушай, вот это хорошо, сейчас вот хорошо выпало. Угу. Выпало-то хорошо, только вот... Ага, все. Вопросов нету, пока. Но здесь, скорее всего, проиграем. Хотя, 22 ранг, а 22 ранг это ни о чем не говорит на самом деле. Так, если я поставлю ягоду, мне бы ее, конечно, надо желательно сразу ставить. Что нам подкинет? Это у нас порука винограда, то есть удвоение атаки растения. Так, а разве я их не убирал? Я же ведь убирал. Хм. То есть мне не так и не так, да, не сделать?
Хорошо. Поехали. Раз. Сейчас у него первая защита сработает. А вот у меня нет, к сожалению. Мне бы вот эту змею как-то реализовать. Было бы неплохо. Ну вот эта вот ягода. Виноград, этот, конечно, не очень хорошо. Сила винограда. Интересно, а вот что если ты будешь вот эту силу винограда ставить на виноград, который взрывается? Смотри, сейчас у него защита, ребят, сработает. Не сработало. У него не сработало пока. Что он будет делать? Естественно, этот гриб ему не даст покоя. У него наверняка есть переместить и атаковать. Наверняка, 100%. Либо надгробие. Что-то из этого должно быть. У меня только надежда, естественно, на бобы и на вот этот гриб. На перк. Вот, видишь? Твою налево, ну что? Как варик только так делать? Сейчас мы еще выстрелим. Пока ничего больше делать не будем. Поехали. Ай, защита. Твою налево, защита сработает. Ну да, сейчас работает защита. Этот, конечно, нас не пробьет. И на самом деле очень жесткие какие-то карты мне тут надавали. У него 12 хп. Он по мне звезданет. У меня останется 14, да? А у него... Сколько у него? Но 10-то зарубья точно у него будет. Сейчас вот, вот она защита, блин. Даже 11 хп у него. Вытягиваю две карты. Это ему на руку. А, он... Так, за то, что этот попадает... Ничего себе, я не думал. А я не думал, что за то, что вот этот вот попадает, он будет брать карту пирата. Теперь будем знать. Ну что, сможем реализовать или нет? Блин. Да, ребята, и хочется, и колется. Поехали. Ты, блин, серьезно сейчас? Вот так, друзья мои, бывает. Ой, твою налево, блин. Ну и что ты прикажешь мне теперь делать? 9 хп, как я ему буду отнимать? Хрен его знает, как я у него буду тут отнимать. Ну тут-то понятно. Тут звезданем. Ну, даже здесь можно вот так вот сделать. Оу, лазербин. Это уже хорошо, друзья. Перемещать сюда, да? Бонусную атаку делать. Да пускай делает, ребят. Тут немножко в другом суть. Что сейчас мы ему оставим мало здоровья. Поехали. Так, у нас защита сработает? Сработает. Нет, я пока не буду эти грибочки ставить. Угу. Так, а вот теперь, 6, да? У нас 6 хп. Че, будем пробивать?
Да ты заколебал, а? Нет, этот, блин, появится, наверное, скорее всего. Ну, даже если появится, ну, допустим. Блин, наверняка у него там есть перемещение, вот этот дребудень. Ведь будет же, 100% будет, поэтому... Так сделаю я, наверное. И все-таки вот так. И плюс вот так. А дальше уже будь что будет. Ага, сладости или гадости. Все. Поехали, друзья мои. Тюнц. Доживет ли он до своих гадостей-то? Вот в чем речь. Карту мне дай. Отличная карта, ребята. Все. Все. Или не все. А, все, ребята. Смотри, что мы делаем с тобой. Ну и, естественно, лазербин. Все. Сладости или гадости не сработало. Прикольно. Колпак разрулил здесь ситуацию в нашу сторону. Мне понравилось, как у него все это получилось. Как карты выпали. Как вообще была сыграна партия. Я надеюсь, тебе тоже это понравилось. И у нас Кевин Тим против нас. Ну что ж, давай посмотрим. Ну, как бы... Давай что-нибудь попроще, ребят. Ну, хотя бы так. Так, ураганчик, конечно, бы нежелательно бы сейчас-то. Ничего, выставим гриб. Заодно и проверочку. Возможно, у него летучие мыши есть. Хе-хе-хе, обмен. Обмен, ребята. И это хорошо. Потому что теперь я могу на воду поставить вот этот вот... Вот эту фасольку. Как же жаль, что мне не хватает. Давай так вот сделаем. Ага. В плане, я что-то не помню. Да... Что вот это такое? Слушай, кого-то здесь надо убрать нам. Или как тут лучше сделать? Вот это, наверное, убрать отсюда, кидрень фени. Ать, не того убрали. Ладно, шиш с ним. Блин, этот гадина же будет прокачиваться, да? Все? Ты обратно его выставил, да? Так. Что, друзья, делаем? Я не знаю, наверное. Вот так. Ты, блин, серьезно сейчас, а? Я тысячу лет не видел, чтобы кто-то применял вот эту вот ерунду, которую он сейчас делал. Придержим. Поехали, ребята. Так. Так. И вот так. Угу.
Шаманство делает, окей. Что ему там выпадет? Блин, да что угодно, ребят. Ох, нифига, ребятушки, он что, у него выпало, блин. Мне ни разу за этого не выпадало. Кого он-то превратится? Ну, карту возьмет, да, не спорю, ребят, карту возьмет. Может быть, даже за налевку, но поставить он ее не сможет сейчас, в данный момент. Поехали. Пеню. Защита сработает у этого олуха сейчас? Нет, пока нет. Вот здесь сейчас сработает, когда этот выстрелит. Угу. На земле. Ну, только один был. А, так он же не на земле был. Что я могу здесь сделать? Ну, для начала заморозить, да, вот этого хмыря, который здесь находится. Дальше. Дальше что? Дальше сделать вот так. Ай-яй-яй-яй, все равно, да, бомбанет. Ну ладно. Так, у него 5 энергии. У него шаманство было? Было. Что он там делает? Уничтожает. А рикошет? Кого рикошетит? Давай, могильщика. Отлично, спасибо. Так, меняет на свой ландшафт. С какого перепуга-то он бомбит-то, ё-моё. Заколебал, а. Ну что, делаем заморозку. Вот так вот. Угу. И... Пам-пам-пам, подожди. Как лучше-то? Ну давай вот так вот сделаем. Окей. Что он там? Ну, допустим. На один дороже. Окей. Совсем у него хреновенько с картишками. Сейчас только вот добор сделал. Ну давай, давай, срабатывай, срабатывай. Есть контакт. Никаких, блин, дороже. На тебе. Так, а гаргантюаху-то поставить тебе некуда. Ага, вот ты что делаешь, да? Так, ребят, что нам здесь можно сделать? Ну, можно сделать вот так, раз. Два в лицо. Тут тоже два в лицо, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, по-моему, все, ребят, фейл. Немножко не так, ладно. Черт с ним. Два-два, да? Да, нам крышка. Нам здесь, ребят, ничего не поможет. Уже ничего. Потому что у этого проскок. А у него, тем более, еще и уничтожение растений есть. Но здесь что-то вообще как-то, ребята, с картами не очень мне повезло. Как-то дребудень давали. Так что профукал. И ни одного ландшафта. Один только был, и все. Ни грибной поляны мне не выпало. Ни добор. Так, ну что, теперь пошли за ржавый разряд. Опять же, моя колода пробная. Все уже, наверное, знают, что это за колода. Естественно, это у нас спортивная. На зомби-спортсменах называется. Так, а у него... Ну, у него тоже, ребята, орех.
А если еще орех на хилах, то это вообще жесть. Посмотрим. Орех на хилах — это всегда жесть. Так. Ну, что я могу сказать? Можно его, в принципе, сейчас атаку понизить. Что, наверное, будет лучше всего сделать, да? Чтобы он там на воне стоял до последнего, я не знаю, вздоха. И не бухтел. Так, ну, давай, допустим, я сделаю вот так. Есть у тебя там что по могилкам или нету? Вот у него что есть. Что мы с тобой сделаем? Мы с тобой сделаем следующим образом. Вот так. Поехали. Отлично. Так, ну что, теперь сумоиста, да, будем вызывать или как? Да, я думаю, надо вызвать сумоиста. Если он сейчас ничего не сделает, я убираю этот арахис. И при всем при этом я смогу... Ага, вот так он делает. Как скажешь. Хм. Парень-то не дуралей. Давай сюда вот так поставим вас. В кучку. И сделаем вот таким вот образом. Отлично. Так. Ага. Блин, подожди секунду. Я даже не знаю. Ну давай вот так вот сделаем, фиг зим. Просто хочется посмотреть, что у него там. И сможет ли он уничтожить. Ну сможет, конечно же. Только вот кто там появится у нас. Две единицы. Ага, ну все-таки хилы, да? Ну ладно. Все-таки хилы, ребята. Бомбочка, ракетка есть. Так. Только мне от этой ракетки в данный момент ни толку, ни шиша, да? Так, и кто же у нас тут появляется? Угу. Ну что же я могу себе тут позволить? Позволить я могу себе. Так, два. Давай так сделаем. Угу. Удивительно. Шипы ставишь. Хе-хе, ладно. Давай сделаем так. Ага. Все, да? Окей. Так, ну что, 3 и 3, 6, да? Допустим. Этого в топку. Поехали. Тоже в топку. И это вот, соответственно, тоже в топку. Иди отсюда. Так, и еще 3 в лицо. Ну, защита, наверное, сработает. Нет. Не сработала защита. Окей. Ну, что я могу сделать? Предложить вот так, друзья. Поменять ландшафт на черную дыру.
О как. Ну что, отлично, отлично, друзья мои. Что я могу еще сказать по этому поводу? Все идет очень-очень даже круто. Так, чтобы поменьше, наверное, урона, да? Или как? Ну да, чтобы поменьше урона нам получить, сделаем вот так. Поехали. Блин, вот сейчас у него сработает защита. Что не очень хорошо для меня. Да? Вызывает стенарях. Ну, вызвал и вызвал. Естественно, ему нужна карта, он делает добор. Тут ничего удивительного нету. А я сделаю вот так вот. Хочу посмотреть, что умеет делать. Оу. Оу. Поехали. Сейчас у нас... Куда бросишь? На воду брось. Ага, сюда. И 5 в лицо ему. Крышка, короче. Неплохо, да, сыграли? Я бы даже сказал, изумительно. Конечно, повезло, что у нас этот еще ему 5 в лицо прилетело. Так, ну что, еще одну игру выиграем, если получим 100 кристаллов. Поехали. Не получилось у него чуть-чуть, конечно, на хилах отыграть. Но я думаю, при тех картах, что у него были, зубостизила вот, это, конечно, люто. Все шансы у него были на победу, в принципе, да? Если бы карты ему выпали нужные. Потому что он на хилах работал. Так, а это вот, ребята, чистый новичок, потому что ни одного титула у него нету. Но, тем не менее, у него 8-й ранг. И это все может быть обманчиво. Нет, ребята, он сдался. Блин. Твою налево, я хотел сыграть честный поединок. Я бы тоже немножко был в шоке, какого фига против меня выставляет такой офигенный ранг. Как бы немножко даже нечестно. Но, тем не менее, мы с тобой зарабатываем 100 кристаллов. Так, ладно, эта игра не в счет, поэтому давай сыграем еще одну. Возможно, она повезет. Возможно, даже перейдем на 28 ранг. Очень сильно хотелось бы, но... Как-то, знаешь, с моим везением это очень тяжело дается. Обычно меня тут... Вот, золотой. Ты видел золотой ранг? Это, ребята, уже не шуточный персонаж. Он знает, как играть и что делать. Так что легкая победа не будет. Но единственное, что меня смущает, почему он 18 ранга. По идее, на его, если он бы... Смотри-ка. Смотри-ка, что творит. Вот тебе и фокус-покус, ребята. Ха-ха. Вот дает. Заморозка. О-оу, ладно, здесь-то мы выживем. Ха. Еще один страж, да? Еще один страж. Блин, он будет замораживать наверняка. Пропустим ходок. Да ладно. Такой нежданчик, если честно, ребята. У меня... А почему у него 12 здоровья? Я что-то не понял. Ну, давай я сделаю вот так вот. Смотри, что творит. Значит, у гаденыша есть заморозка, да? Так, ну что, этому крышку делаем тогда? Пичу. Погнали. Хм.
Интересно, интересно. Очень, друзья мои, интересно. Давай я так сделаю. Да иди ты, блин. Ты рикошет, а. Твою наливаю, мне даже ничего сделать, ребят. Да как так-то? Вот объясни мне. Ну как так? Вот чё-чё, я не думал, что вот такой ландшафт он возьмет. Угу. Ну теперь должно сработать. Я сомневаюсь, что у него. Давай еще вот так вот сделаю. Ага. Так, вытягивает две карты. Ищет, ищет заморозку, ребята, ищет заморозку. Так. Ну, этому минус, понятно, да? Ты понял, как сейчас это все будет выглядеть. А здесь мы, конечно, сдуемся, к сожалению. Но мы можем сделать следующим. Так, это в топку. Блин, все равно же уничтожит, да? А тут двойная атака. Давай так вот сделаем. Фиг с ним. Поехали. Защита. Понижаем здесь атаку. К ядре нефени. До единички. А, до ноля даже. И делаем вот так вот. Спортсмен. Спортсмен. 3 и 4. Нет, давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну, это 100% заморозка же будет, да? Сейчас посмотрим. Да ты заколебал, а. Ну что, заморозишь вот этого, да? Думает еще. Так, у нас 3 или меньше. То есть мы можем убрать вот этого гаврика. Он делает рикошет. Он делает еще. Вот теперь уже не заморозим, ребят. То есть не уберем. Но зато можем сделать с тобой следующее. Окей, погнали. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Давай сделаем вот так вот и вот так. Ага. Заморозочку, окей. Прокачиваешь этого гаврюшу? Давай, прокачивай. Да ну нафиг. Ты смотри, что вытворяет, а? Ты смотри, что вытворяет. Блин, у него же там добор еще будет, да? Еще будет добор, ладно, фиг с ним. Давай этого уберем отсюда. Тынс. Блин, 6 в лицо плюс добор карты. Не очень хорошо, если честно. Ну что, 4-4-8, да, получается. Это мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Неужели у него опять будет рикошет? Это будет жесть. А, ну заморозка-то фигня. Все, да? Жик. Так, нормуль. Ну и смотрим дальше. О. Погнали. Так, не забывай, что у него сработает защита. Но не сейчас, да?
Так, давай, прокачивай. Как понимаешь, я ничего не могу пока сделать. А у него все зомби получат на земле минус один, минус один. О-о-о. Да ты сдулся, парень, я смотрю, да? Поехали. Добор карт или что у него там? Давай только вот не вот этого, пожалуйста. Плиз, плиз, плиз. Фьюх. На-ка тебе. Смотри, что я делаю. Хоп. Хоп. Вот и все. Нет, братиня. Такие дела у нас не делаются. Все, 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 победа. Но была опасность, очень большая, ребята, опасность. Ты сам видишь, сколько у меня осталось здоровья. Так что на 4 единичках выкрутился я. И слава богу. Так, ребят, ну что, 100 кристаллов получаем. Итого у нас 610 становится. Подожди. А, 25 мы сейчас получили, да? За... секунду. Мы уже получили или что? Должно было 635, но мы почему-то не получили, ребята. Возможно, не успели. Ладно. Главное, что мы здесь поиграли сегодня неплохо. Так что, друзья мои, я на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!